Это Криобанк, где при специальных условиях и под уникальным кодом хранятся половые клетки. Это сперма донора, необходимая для проведения вспомогательных репродуктивных технологий, таких как ЭКО или инсеминация. Это бесплодная пара, которая в силу различных непреодолимых обстоятельств нуждается в донорской сперме. А это доноры спермы, мужчины от 18 до 35 лет с отменным здоровьем, которые прошли бесплатное поэтапное обследование в клинике и анонимно подарили бесплодным парам счастье быть родителями, при этом получив щедрое вознаграждение. Донорство спермы – ответственный выбор сильных и здоровых мужчин.